О, блядь, ну чё, катка будет сегодня в дотку или нет? 6 минут поиск игры. О, есть. Хуели, блядь, 6 минут поиск. Вы чё, нахуй, падла, блядь. Так. Спектру баним, ребят, спектру. Бля, можешь самому взять спектру? Ребят, можешь самому взять спектру, но я не очень играю. То есть это, можно сказать, моя первая катка будет. И она еще хуёво стоит линию. Спектра или ЦК. Вот на ЦК я бы с кайфом сыграл, реально. На ЦК бы с кайфом сыграл. Просто выебал бы все. Или спектру. Ну, блядь, с вон друидом он мне даст поиграть немножко. Я пофармлю. Спектра, блядь, или этот. Сейчас думаю, ребят. Или ЦК. Но она сейчас метовая, типа, очень сильная. Вы видите, сейчас на туриках все пикают эту хуйту. Да, только аркана нет на спектру. Снайпер. Дум снайпер. Бля, как будто изи для спектры. Ну и Мартра тоже изи игра будет. Мартра тоже будет изи игра. Давай, похуй. Забанил долбоебу героя, блядь. Спектра забанилась, ребят. Он тоже хотел ее взять. О, бля! Выебу. Ребят, ну выебу. Один рифт, блядь, и отправляю его обратно, нахуй, домой в деревню. Чисто с одного рифта. О, сука, блядь, попался. Опять друид, блядь. Чё сегодня целый день с бустерами играю? Актеров, Галактик, ты актеров что мне нанял? Чё у меня постоянно какие-то, блядь, друиды в миду? Опять бустер на друиде. Ну, ребята, а что я могу поделать? Это рандом. Такой же тип мог и против меня попасться, понимаешь? Как повезет. Ребят, ЦК это имба патча. Так, что покупаем? Ну, наверное, ПТ сначала возьмем. ПТ, армлет. Хотя можно вообще сразу за армлет. Он чел собрал, блядь, мы его убить не могли просто. Фаст армлет сделал. Уёбок, блядь. Бля, ну он знает, что я вкачал этот, как его? Сосёшь? Знает, что я вкачал стан. Чисто по крипам просто объёбываю дурачка и все. Сейчас, сейчас начну хилиться, брат. Третий жди. Под вышку затащу, подожди, третий. Верни собачку дика на стрим. Пивная тихо. Соска. Сын спорта. Фу. Тихо. Фит-фит. Лютик. Ну хилься, уёбок. Отлично. Very good, ребят, very good. Чё, долбоёбина нахуй. А, нормально, нормально. Сейчас линия подпушится и отхилюсь, ребят. Отлично. Пассивку, здесь все в пассивку, ребят. Это имба. У ЦК это имба, блядь. На нахуй поебало, блядь. Падва, блядь, ёбаная. Поебало. Сейчас прилетает армлет, все, линия выиграна. Вот представьте, я сейчас на этой линии стоял бы на каком-нибудь обычном герое, блядь. Я просто бы охуел. Дум плюс этот долбоеб постоянно спамит. То есть я бы, наверное, вообще ни на каком герое эту линию не простоял бы, кроме как ЦК. Че, уебок, блядь. Иди нахуй отсюда, долбоеб. Ты че, гандон, блядь, а? Че делаешь-то нахуй? Падла ёбаная, блядь. Забивай, забивай, забивай собаку. На! Урёт, блядь. Урёт, блядь. Имба патча, ребят. Имба патча. ЦК. ЦК кэрри. Имба патча. Но еще в тройку уберут. За счет третьего спула. Типа, герой очень сильный за счет третьего спула. Бля, варвок подставляется обидно. Ему бы шестой апнуть, он вообще четвертого, бродяга, блядь. Бродяга четвертого уровня. Хороший старт, очень хороший старт. Просто сейчас шестой появится у Дума. И шестой у этого долбоеба. Отлично, отлично. Опять реально бустер, ребят. Но я не виноват, это не актер, если что. Просто по совпадению два раза играю с чуваками, которые
типа, берут имбу эту, блядь, друида и хуярят. Два раза. Совпадение. А то, может, там будут писать сейчас в чате, типа, вот, играет против актеров, блядь. Это не актер, просто попалось так. Но у меня на 10-й 5000 на творс. Это тоже хороший результат. Обратите внимание. На 10-й минуте 5000 на творс, ребят. Это хороший показатель. Я не хочу на линию выходить. Могут под Doom убить. Могут. Если где-то я ошибусь, подставлюсь, меня просто за Doom убьют. Мне надо качаться сейчас жестко. С таким стартом просто, блядь, качаться, и я это выиграю 100%. Сейчас немножко подожду, Варок, может, апнет голема, и с големом мы ебнем кого-то. Просто нужен голем. Друид идет, друид. Долби. Блять. Есть диффуза. Отлично. Диффуза сразу. Не, это реально бустер. Смотри, как кнопочки нажимают, блять. Ребят, это бустер играет. Пиздец, он кнопки нажимает, как я. Ебать, он что делает, бля. Один против всей команды хуярится. Пизда, блядь. Один против всей команды. А кто ему на мейне разрешил играть? А кто мне запретит, ты уж скажи, блядь, на мейне играть. О. Иду. Лаки. А чё этот, как его, чел на легионке не бегает с этим, с вон друидом? Это ж вообще фрикатка, просто ты бегаешь, он тебя убивает, и просто в дуэль давай, блять, и все. Ебить их, они без тапашек все. Учусь по твоим играм. Прошу больше аналитики от тебя по ходу игры. Аналитики, бля, брат, тяжело, знаешь? По карте. Тяжело это самое анализировать. Я могу, конечно, это сделать. Давай, ну я могу это сделать на одну катку. На две тяжело будет слишком. Типа я могу на одну каточку включить, как говорится, учителя. Рассказать, как, почему я все делаю и как это вообще все происходит. Но это на одну, не больше. Это реально тяжело просто. Да, это хорошая мысль. Это хорошая мысль. Ебалось, зафокуси, пожалуйста, дебил. Это кому он сказал, ребят? Мне, что ли? Просто выиграй мне блядскую, но я не знаю, что сделать. Играй как хочешь, но выиграй мне игру. Я тебя выиграю, блядь. Не плачь, блядь, я тебя выиграю игру. Смотри, сейчас обосрется, блядь. Бля, тут рели надо контрить снайпера, прям все в него отдавать. Потому что он трипл килл сделал, у него сейчас стрик, типа надо его просто въебать и все. Я, может быть, вообще себе для такой игры себе даггер куплю. Хотелось бы, конечно, первым приемом Тараску взять, но... Как будто даггер надо брать и влетать в этого долбоеба. Потому что чел на легионке не может законтрить. А сколько у него сейчас рейтинга? 7200 у меня, а что? Но я на основе не играю пока. На основе пока не играю. Блять, легионка это вообще один из самых простейших героев, блять. Это просто, ну это вообще такой легкий герой. Забей нахуй собаку, блядь. Да уби! Урод, блядь. Что, тварь заирал, нахуй, можно. Хорош, цыка. Это тварь он мне сейчас сказал, что-то не понял. Ребят, это он мне сейчас сказал, тварь. Ну. Beautiful person.
Вообще в идеале, конечно, в пятером тусоваться, мне так кажется, почему-то. Это вообще фри игра для легионки, ребят. Там два героя, блядь, которых он просто ваншотает. Даже три, блядь. Три героя, которых он ваншотает. Просто фри игра для легионки. Да я не тварь, блядь, это долбоёб вообще не мне сказал. Это он не мне сказал, ребят, вы чё нахуй? Дальше, 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 дальше. Вот этого бобра ёбаного. Стоять, сука, пиздюк, блядь. Блядь, только ульту не прокачал. До конца, до конца, до конца, танкую, блядь. На! Урёт, блядь! На! На, блядь! Дальше, сука! Боится, блядь! Бля, почему мы идем сюда, если мы можем вот здесь сломать? Вот это и вот это, и потом Рошаны зайти. Ебать, затупок. Брат, я не мог там себя остановить, понимаешь? Я не мог, все. Я как, знаешь, мне как будто эту красную тряпку показали, как бык, блядь. Я просто шел вперед. Уже на автомате. У меня не было возможности подумать. Дай добью. Братья, так, легенды, ММА. Да я бы не сказал, брат. Я как бы не особо их фанат, я просто так скажу. Может быть, они круто там дерутся, но я застал времена, только когда они уже пизды получали. Ну, типа, я помню, что там они одно время круто дрались, там побеждали, но сейчас они проигрывают часто. Бля, как заходить будем, я не знаю. Блять, хуйсос. Просто на одном хп выжил. Блять, ну что вы деретесь-то? Я далеко, ёпт, куда вы идете? Вот, вот это надо было, вот это. Все, мы их поймали вне базы, дали пизды. Вот это надо было нам. Ты че, хуесос, блядь? На, блядь, урёт, блядь, ёбаный. Вот для этого нужен даггер, понял, нет? Секунда, он проебался, я просто настучал ему по башке, блядь. Топором, нахуй, своим, блядь. Вот так вот, ребят. Вот для этого нужно было все. Ребят, что купить? 5000. Красивая игра, ребят. Очень красивая игра. JP.